Почки – это парный орган выделительной системы человека. Размер каждой – 10-12 на 4-5 см. Располагаются на задней стенке брюшной полости по боковым поверхностям позвоночного столба на уровне 12-го грудного и 3-го поясничного позвонков. Правая почка обычно расположена несколько ниже левой. Каждая имеет форму фасоли, вогнутой стороной обращены к позвоночнику. Почка состоит из полости, в которой расположены почечные чашечки и верхняя часть лоханки, почечного вещества, почечной артерии, вены, аорты. Почки участвуют в поддержании необходимых концентраций солей и объема жидкости в организме, выведении ненужных и вредных токсичных веществ, регуляции артериального давления.